Дорогие зрители, это новый выпуск по Clash Royale. Я хоть и улыбаюсь, но новости сегодня не будут такими веселыми. Сегодня немножечко поговорим о грустном. Прежде чем перейдем к теме ролика, я попрошу вас вступить в клан Strong Brother. Я нахожусь в этом клане. 3600 кубков, хэштег название перед вашими глазами. Заходите, возможно, там привет передадите, сыграем с вами. В общем, жду вас в этом клане, 3600 прием. Друзья, значит, поговорим сегодня не только о гемах, а вообще о моем канале, о игре Clash Royale и вообще о вас с нами поговорим. На моем балансе минус 24 тысячи гемов. Скажу сразу, в упрек всяким хейтерам, я не буду плакать в подушку, даже если аккаунты забанят. Не буду плакать, я уже не дорожу аккаунтом. Мне, честно, я потерял ту искру, которая была раньше к аккаунту, когда я реально переживал за него. А когда я вот тут уже последнее время начал вот это все уже прокачивать... Я просто хочу дойти до финала, а дальше что будет, то и будет. И, в принципе, этот финал настал раньше, чем я думал. И сейчас мы об этом всем поговорим по порядку. Почему у меня минус гемы? Ну, во-первых, я гемы покупал не вот здесь, не в игре. Здесь они стоят $100, я покупал их в 2, в 3, а то и в 4 раза дешевле. Мог даже за $20 купить, мог за 30, за 40, когда 50. Цены всегда были разными, покупал неофициально. Естественно, я знал, что будут, ну, на какие риски я иду, что могут санкции быть, откаты. Ни в коем случае не бомблю и не виню в этом суперсел. Они делают свою работу, и я не знаю, каким образом там гемы донатятся. Конечно же, возможно, не самым правильным путем. Виноват в этом только я сам, это важно сейчас подметить, ни в коем случае не виноваты разработчики, но об этом мы тоже поговорим, и их тоже это коснется. Я скажу только свое мнение сегодня, вы можете прям не согласны быть в корне со мной, опровергнуть что-то там в комментариях, пишите свое мнение тоже, но я просто выскажу свое мнение и хочу услышать ваше. Поехали. На фоне повторов я хотел бы обсудить с вами несколько тем, ребята, и просто высказаться. Во-первых, гемы это не последняя, это не главная причина, да, то есть я как бы могу себе позволить, вы знаете, что доначу немало, и даже хоть и дешевле покупаю гемы, поверьте, я доначу очень огромные суммы, и у меня не один аккаунт, и бывает я еще конкурсы провожу, и доначу в игру реально энную сумму денег, то есть поверьте, даже если дешевые гемы, они тоже обходятся немало. Потому что доначу я в большом количестве. Так вот, это не последняя, как бы, это не главная причина. То есть, ладно, я скажу это слово. У меня есть такая, знаете, мысль уйти из этой игры. У меня есть такая мысль, но, вы знаете, я, конечно, этого остерегаюсь. Сейчас об этом, обо всем по порядку. И вот теперь давайте поговорим о причинах. Причина не гемы. Причина в том, что... Игра реально потеряла актуальность, игра не обновляется, в игре нету новых эмоций. Но давайте на честность, что мы с вами видим каждый день? Мы видим те же самые колоды, мы видим те же самые открытия сундуков, те же самые онлайн-катки, по сути, в разных вариациях, но не одни и те же самые. Я это понимаю, но ни во что другое больше не играю и очень огромную аудиторию собрал на этой тематике. И очень хочется на самом деле что-то сделать разнообразное и другое, но я... Вот честно, кроме PUBG и рояля, ни во что больше не задрочу. Я играл раньше в WoW, но это не та игра, которая сейчас будет интересна кому-то. И честно скажу, я держусь на плаву только благодаря вам. Если бы не вы, я не развивал бы этот аккаунт дальше, и я бы, наверное, не снимал бы дальше рояль, если бы не такой фидбэк от вас, если бы не такая активность. Я дорожу, что вы у меня есть, это огромная аудитория, мне очень нравится, естественно. Естественно, не без этого. Ну, про заработок, возможно, кто-то коснется. Ты на этом зарабатываешь, не надо тут нам лгать, что ты нас ценишь. Не без этого, естественно, долю заработка имею. Но снимать рояль с каждым днем становится все... Ну, блин, ну, не знаю, как-то грустно, что ли. Просто, если раньше я прям горел вот этими колодами, мне было интересно, я спрашивал у разных бустеров, а давайте составим вот эту колоду, давайте попробуем сыграть с этой колодой, давайте попробуем пройти гранд этой колодой. Сейчас таких разговоров нету, сейчас и бустеров толком нету. Многие с этой игры ушли, как бустеры, так и топ-игроки, так и ютуберы. Хотя бустеры и топ-игроки практически то же самое, да, в основном все топы, они... Наверное, может я ошибаюсь, участвовали, да, в бустах, то есть топы в основном бустили аккаунты. Многие и ютуберы, и игроки уже ушли с этой игры, потому что она всех... Ну, я, ладно, не хочу материться, но вы сами понимаете, что игра надоела всем.
уйти с игры, я предполагаю, что канал начнет загибаться, я начну скатываться, я потеряю огромную часть аудитории, но я уверен, что более чем, что у меня останется какая-то часть зрителей. Поэтому, я не знаю, я, конечно же, буду еще думать, и уходить из игры полностью я не буду, это 100%, естественно, ролики какие-то будут выходить, но я бы хотел от вас услышать, постоянность роликов мне приносит только онлайн-атаки и то, что у меня есть несколько проектов, у меня есть основной аккаунт и твинк. На основе я не знаю, как теперь играть, когда нету гема, вы скажете, Холдик, да что ты ноешь, у тебя куча денег, погаси ты этот долг, да, да играй дальше гемов. Так вот, я уже 24 тысячи гемов, это, ребята... не вся сумма. Я до этого еще гасил. То есть мне, я захожу в игру, у меня минус 14 тысяч гемов. Думаю, да ладно, $100 закинул, погасил. Захожу опять минус 4, да что такое, опять погасил. А потом захожу через некоторое время, минус 24. И вот у меня есть подозрение, что мне сделают намного больше минус, чем вот это вы видите сейчас. Если нет, это даже хорошо. То есть я смогу погасить и в принципе продолжать дальше наслаждаться прокачкой аккаунта. Если этого не произойдет, поверьте, без гемов аккаунт это как телефон без интернета, либо компьютер без интернета. Не будет вот этой дополнительной функции, дополнительной, я вижу, зависает игра, но неважно, не будет вот этого дополнительного бонуса, грандов, испытаний, которые постоянно вводят в игру. Я не смогу в них играть. А постоянно играть в глобал, это невозможно, он мне надоедает, я не могу постоянно играть в глобал, я хочу и в разные режимы играть. Поэтому как-то на основу я уже буду забивать и реже на ней снимать. Есть вариант создать новый аккаунт и развивать с нуля. Вопрос, стоит ли это делать? Естественно, не вкидывать огромные суммы, донатить вот эти дешевые гемы, а просто развивать постепенно, на спецухи какие-то донатить. Но мне, честно признаюсь, откровенно, так это делать лень. И тут возвращаемся к тому вопросу, что меня удерживает основной актив на канале и большая аудитория. Если вы поддержите такую идею, только ради вас я создам этот аккаунт. Если, я не знаю, я не прошу вас ставить лайки, я ни в коем случае, это не байт на лайк, вы можете его не ставить. Давайте вот как думаете, стоит ли это делать? Если ролик соберет огромное количество лайков, если я увижу, вот что хотите, вот что, да, еще у вас есть желание смотреть, хотя мы уже много раз проходили эти арены, но вам интересно бы было... И ролик соберет огромное количество лайков. Я создам еще новый аккаунт. Я хотел делать новый проект, но это будет теперь не новый проект, потому что я не смогу туда вливать такие огромные суммы. Хотя, я, знаете, сейчас думаю так, а завтра по-другому. Вдруг эти гемы минусуют сегодня, завтра их не минусуют. Опять задоначу. Не знаю. То есть в этом плане я неоднозначен, но, честно, пока нету желания вкидывать деньги. Вот. И следующий вопрос по поводу того, что погасить долг. Задумывались ли вы, что будет с игрой завтра, послезавтра, через год? А я задумывался, я каждый день снимаю ее, и я наблюдаю, что большой поток людей уходит из игры. Новых пользователей тоже хватает, но их не так много, как было раньше. И стоит ли донатить такие суммы? Вот задоначу сейчас там $1000-$2000. Да, безусловно, твинк, на твинка я там доначу, просмотрами, реклама, это все окупается. На основу, стоит ли гасить этот долг, вот там 2000? Или сколько, ну там тысячу, полторы тысячи долларов, я думаю, придется, если много гемов минуснут. Стоит ли это делать? Вот такие затраты. Ну вот стоит ли, вот игра не будет, может, дальше развиваться. Может, она завтра вообще сокнется и никто в нее играть не будет, а я такую сумму закину. Я не знаю, ребята, я еще сам в мыслях своих не разобрался, что я хочу. Я хотел бы, конечно, уйти в другую тематику, снимать что-то другое, а потом задаюсь вопросом, а что я буду снимать? Я ни во что не играю, у меня нету времени, у меня есть семья, у меня есть личная жизнь, я не задрочу что-то постоянно, а чтобы что-то снимать, нужно хотя бы, ну, более-менее в этом разбираться и играть. Я ни во что, ни в каких играх больше не разбираюсь и не играю, потому что нету на это времени. Я немножко по фану играю в PUBG. Но я там не профессионал, и что там мне снимать? Что я покажу вам, если я сам ничего не умею, правильно? Поэтому не знаю, ребят, что делать. Поделитесь своими мыслями вы в комментариях. Я почитаю их. Напишите, если вы категорично относитесь к смене тематики на моем канале. Не стесняйтесь писать этого, потому что я хочу мнение ваше не чтобы вы подлезались, там холдики буду смотреть, неважно, что я буду снимать, а чтобы вы написали так, как вы думаете. Нет, я не хочу ничего смотреть, хочу только рояль. Я просто буду сам уже делать выводы, я посмотрю на большинство, что пишет. Ну и что вы думаете по новому проекту, тоже пишите. В общем, ребят, я, может быть, где-то свою мысль неправильно закончил, либо не так сказал, как хотел сказать, возможно, вы меня неправильно поймете, но суть была такова. Я остыл к роялю. У меня остыли и чувства.
свои эмоции к этой игре. И честно вам скажу, он мне в последнее время надоедает. И только благодаря вам, что вы смотрите, я еще снимаю его. И какой-то интерес у меня к этому еще есть, потому что... Ну, блин, как-то вот удерживаюсь только благодаря вам. Если бы не вы, наверное, бы уже давно забил и ушел. В общем, пишите, что вы думаете. Повторюсь, плакать не буду, если аккаунт забанят, и он у меня минуснут там гемы. Мне абсолютно плевать, потому что это все пиксель, это игра, и... Не знаю, я больше переживаю за аудиторию, которая у меня на канале, потому что я здесь уже на Ютубе 3 года, и то, что я вот... Сколько я вот здесь... нахожусь, сколько я видео отснял, сколько я провел стримов, сколько усилий приложил, чтобы набрать такую аудиторию, конечно бы не хотелось ее потерять. Поэтому не знаю, что получится дальше, буду думать, пишите в комментариях, на стриме еще подробно обсудим, возможно, зададите какой-то вопрос. Это, не знаю, были просто мысли вслух. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, до новых встреч, скоро увидимся, пока. Savannah, we'll never be alone, Savannah.